Ну, Иваныч, будем здоровы. Будем здоровы. Главное, это здоровье. Чего это он там ковыряет? Это же наш участок. Иваныч, так он же гайки откручивает. Вредитель. А я думаю, что и да, за прошлом годе здесь и поезд с рельсов сошел. А в прошлом годе цистерна перевернулась, сколько мазута вылилось? Вредитель. Эй, мужик! О! Поди-ка сюда! Чего? Поди, поди! Это я-то? Ты, ветреный ваш! Ты! Ну, чего? Ты зачем это гайки чужие откручиваешь? Это кто же их откручивает? Я их закручиваю. Вон, от самой верховки иду. Он их закручивает. Ха, тебе что, делать больше нечего? У вас же путь-то опасный. Поезда с рельсом сходят? Сходят. А мне участок земли дали вон внизу. Я картошку сажаю. А, картошку? Ага. Ну, если картошку, то хорошо. Тогда иди, за картошку и выпьем. За картошку? Да нет, завязал. Мне еще до переезда пилить вот этой штукой. Ладно, пока. Это ж сколько ему до переезда горбатиться-то? Сколько надо, столько и будет горбатиться. Частник же. Он теперь из-за своей картошки до Америки на карачках ползти будет. Эх, это что же частная собственность с людьми делает? Ну ладно, давай за картошку. Опять где-то поезд рельсов сошел. Это не у нас. За переездом. О, Господи. Там еще частникам землю не давали. Ну, будем здоровы. Главное, это здоровье.